сегодня в республике работают представители Министерства промышленности России. Заместитель руководителя федерального ведомства Алексей Беспрозванных встретился с председателем правительства Чувашии Иваном Моториным. Формирование проекта индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития республики – это главная тема рабочей встречи. В стратегическом документе конкретный план действий. Так, в Новочебоксарске намерены создать территорию развития ТОСР с набором льгот для инвесторов. Резидентов индустриального парка освободят от выплат имущественного и земельного налогов. В столице региона прорабатываются варианты строительства третьего транспортного полукольца, которое соединит Калининский и Московский районы. Ключевая задача программы ускоренного развития – создать более 4000 новых рабочих мест. Детали обсудили на совещании в расширенном формате с участием глав муниципалитетов, руководителей предприятий и членов правительства. Для дальнейшей работы крайне важно сверить планы.